Приветствую всех, кто заглянул на мой канал, на мое видео. Перед вами крапива. Крапива растет у меня в саду уже много лет. Посадили ее родители, а они были травниками. Я не врач, я просто садовод-любитель. А все эти выноски, чтобы вы не искали в интернете пользу крапивы, специально нашла. И сайт, на котором я нашла эту информацию, будет в описании к видео. Я просто знаю, что крапива очень-очень полезна. Собираю я ее во время цветения, сушу в затененном месте и потом использую для моих любимых растений, как в саду, так и для комнатных растений. Даже в засушенном виде крапива обладает теми же полезными свойствами, что и зеленая красавица. Видите, много информации дано. Я ее использую так же, как приправу. Еще заготавливала крапиву и заливала ее водкой. И до сих пор ее использую для полоскания полости рта. Не врач, поэтому не буду, решайте сами. Я же ее использую следующим образом. Крапивный настой готов. Вот он какой шикарный. И теперь буду использовать одну такую емкость и 5 емкостей воды. Крапива собрана была еще летом. Вот сейчас у меня появилось время. И все эти листья я соберу и буду использовать и для лечения, и для полива моих растений. Собрана была крапива во время цветения, высушена правильно. Видите, зеленые какие листочки у нее. Все, освобождена крапива от стеблей. И теперь можно сделать и приправу, измельчить в кофемолке. Крапива, кладезь витаминов.